Госкорпорация «Правительство для граждан» увеличит количество оказываемых услуг. Об этом на площадке СЦК сообщил зампредседателя объединения Медет Курмангалиев. На сегодняшний день по принципу одного окна казахстанцы получают 530 услуг. В следующем году их станет на 53 больше. Это позволит нашим соотечественникам экономить время на получение необходимых бумаг и сократит бюрократические проволочки. Всего по стране работают более 360 фронт-офисов, в которых функционирует единая информационная система. То есть посетителям не приходится стоять в живой очереди и часами ждать обслуживания. Центры работают с 9 утра до 8 вечера. После реорганизации правительство для граждан состоит из трех подразделений: дирекция оказания госуслуг, земельного кадастра и техобследования недвижимости, а также расчетного центра социальных выплат. Отмечу, госкорпорация работает с апреля этого года. Она была создана в рамках реализации плана нации «100 конкретных шагов». Мы на сегодняшний день поставили себе амбициозные цели до конца года создать единый кадастр «Земля и недвижимость». Это что даст? Это даст сбалансированную информационную систему, которая позволит на сегодняшний день гражданам, жителям нашей страны получать государственную услугу не дважды, а приходить один раз и получать всю регистрационную базу, которая касается земли и недвижимости.